Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя диета огородника. В предыдущем видео я рассказывала, какой набор продуктов нужен нам на неделю, на целую неделю, чтобы посидеть на бессолевой, вот такой оздоровительной лечебной диете. Рассказывала, какие продукты. А сейчас я расскажу самое главное. Почему я говорю, что для огородника эта диета почти даром очень дешевая и что ее очень легко поддерживать даже тем людям, которые, ну, уже на пенсии, у которых небольшой доход. Сейчас я специально взяла чек, чтобы показать вам. Вот у меня недельный запас продуктов. Вот в этом чеке стоимость всего-всего, кроме вот этой говядины. Говядину я брала на рынке 100 рублей. То есть, я сейчас вам по ценам по всем пройдусь, но сначала покажу. Вот маленькая-маленькая цифра, вот эта вот. 503 рубля. И 100 рублей прибавляем, 600 рублей. То есть, за 600 рублей, если у вас своя капуста и морковка, вы будете всю неделю сидеть, вот эту программу оздоравливающую поддерживать. Еще 600 рублей, это полмесяца. Полмесяца обойдется 1200 рублей. За целый месяц вы истратите денег 2400 рублей. Это намного меньше, чем наша продовольственная корзина, высчитанная там, ну, со всеми другими продуктами. Но в это же время вы будете получать полноценное питание, и все, что вашему организму нужно, у вас будет поступать. Вот рыба, говядина, это все белок, курица, яйца, сыр, кефир. Так что это, дефицита белка у вас не будет. Витаминная продукция будет поступать, витамины это яблоки, лимон, капуста, морковка. Вообще все эти продукты, вот здесь у меня яблок еще взято намного больше, потому что я взяла на запас, сумма должна быть еще меньше. Кефира мы возьмем только один стакан, сумма еще уменьшится, вы кому-то еще уделите. Сыра нам нужно тоже меньше, тут 200 грамм, но у нас нет фасовки меньше 200 грамм. Яиц нам нужно тоже только 7 штук. Вот смотрите, так, конечно, цена будет, стоимость зависит у каждого от региона и от марки торговых сетей, где вы все это купите. Есть очень дешевые цены, магазины, вот там, которые ну, как эконом-класса. Если в каких-то крутых супермаркетах, это будет стоить дороже, но все равно это очень-очень дешево. Самая дорогая покупка у меня, вот яблоки вышли, потому что яблоки я взяла двух видов и взяла на запас. Вдруг там перекусывать нужно или что, а вообще достаточно 7 яблок. А я взяла 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, а я взяла 10. Так что сумму я увеличила. Потом 96 рублей курица, 78 рублей рыба. Это на целую неделю. 60 рублей кефир, яйца 50 рублей, 9 рублей лимон и сыр 50 рублей 47. Все. Ничего, никаких каких-то заморских, таких диковинных продуктов покупать не нужно. Вот это те продукты, я беру все продукты наши местные, курица местного производства, сыр местного производства, это тоже алтайские, яйца тоже местного производства, единственная привезенная рыба, ну и то наша российская, говядина местная, яблоки вот эти одни белорусские, другие три вот я взяла импортных, и все, в основном все это местная продукция, обходится очень дешево, и благодаря, я всегда говорила вам, чем проще и дешевле продукты, тем они полезнее для нашего организма. Все, купив на 600 рублей вот такой набор продуктов, вы можете смело в понедельник начинать свою программу по оздоровлению. Будем готовиться к весне, чтобы выйти в огород красивым, здоровым, похудевшим. Завтра, в воскресенье, покажу вам свой результат, каких результатов достигла я за месяц. Но я сразу скажу, что я строго не придерживалась вот прям всего. Я яблоками перекусывала, иногда варила себе похлебку овощную, которой нет в меню. Это можно, но вот с понедельника вместе с вами я хочу посидеть. Специально купила весь этот набор продуктов. Посидеть именно на лечебной, бессолевой диете, без всяких дополнений, без всяких изменений, чтобы посмотреть конкретно, какой результат двухнедельный может достичь человек, вот, поддерживая вот это питание. Все, до свидания. Завтра смотрите видео
покажу, сколько с меня ушло жира, покажу ужасы лишнего веса. Специально приготовила вам наглядное пособие. Ну, ой, ладно, ну до завтра вам обо всем этом расскажу. И с понедельника начнем, чтобы больше не было у нас ужасов лишнего веса. Все, с вами Ольга Чернова. Желаю вам здоровья, красоты, терпения и большой силы воли, чтобы достичь результатов. Я вообще не знаю, сколько я выдержу, но я настроилась на 20 с лишним кг. Лишних, когда 40, то 20 кажется вроде и немного. Нормального человека убери 20 килограмм, его не останется. А на мне и не заметишь. Ладно, все.